Я всех вас вітаю в Доме Божьем. И сегодня чудовий день. Набагато меньше было обстрелов у ночи. Слава Иисусу Христу! Слава нашему Богу за нашу армию, яка відігнала ворога від Харкова. Давайте ще раз привітаємо оплесками наших вояків. І, знаєте, у нас буде ще одна молитва. Молитва за Україну. Але перед тим, як ми помолимось, знаєте, я хотів би вам прочитати українською мовою свої роздуми. Мені 57 років, я прожив в Україні все своє життя, і, чесно кажучи, ніколи не замислювався, яка вона ця Україна. А це, подорожуючи різними областями, був на Миколаївщині, на Одещині, ну, звісно, на Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині, Донеччині. Якось звернув увагу на те, на що раніше ніколи уваги не звертав. На Україну. Мені так здається, що вона особлива. Прочитаю. Не будьте занадто сурові до моїх перших творчих. Мені здалося, що в цьому році Україна якась особлива. А точніше, то особлива весна. Може, це одному мені здається, що вона якась, ну, дуже прекрасна. Я її такою ще ніколи не бачив. А можливо, і бачив, але не звертав уваги. Небо бездоганно блакитне. Там десь далеко можна розгледіти маленькі білі хмаринки. І через це воно здається ще більш безкрайнім. Але воно змінюється. І далі ми бачимо великі важкі хмари, які відірвались від неба і скотились, ну, дуже низько, так що до них можна доторкнутися руками. Сонце яскраве, і тому довго дивитися на нього неможливо. Опускаєш очі, а там земля, рівні, тільки зорані, сіро-корічневі чорноземи, виглядають як плацдарм, готовий прийняти насіння, дощі і сонячні промені. Земля дає надію. Хліб буде. Один лан змінює другий, і ось ми вже бачимо зелені озимі. Від них неможливо відвести очей, вони як коштовні смарагди. Вони виблискують на сонці і закінчуються парканом з високих і вже розквітлих кленів. Далі зелені лани змінюються яскраво-жовтими квітами. Це вже ріпак. Від нього теж неможливо відірвати очей, він як сонце на землі. А от починається село. І ти дивуєшся, коли люди встигли пофарбувати паркани, покрити вапном дбайливо обрізані і обкопані з усіх боків дерева. Здається, що грядки на городах прибрані аж занадто, як казала моя бабця, хоч каші кинь. І квітів, багато різнокольорових квітів. Вони повсюду. А вишні і груші вже вкриті рясним білим цвітом. В цьому році вони по-особливому білі. І набагато рясніші, ніж в тому. Через них ніби природа українська кричить на весь світ. Життя переможе смерть. А на високих стовпах зверху, на прироблених старого трактора колесах, струнко стоять як воїни, як невтомні сторожі, і вдивляються в широкі лани, сади, городи, вічні символи України – лелеки. Вони ніби чатують, щоб не пропустити ворога на нашу землю. До речі, вороги
кляті московити, вам нічого робити на українській землі. Не для вашого хисту, розуму і ментальності вона, українська земля. Вона для нашого народу, для українців. Як той Бог сказав, що поклав він межі помешкання для різних народів, щоб на своїй землі вони шукали Бога, чи не відчують і не знайдуть його, хоч він недалеко від кожного із нас. І ми знайшли його в Україні. І тому кажемо, Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Давайте підіймемось і будемо молитись за Україну. Боже наш, ми приходимо до Тебе, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Боже, збережи Україну, збережи Україну в тих кордонах, в яких вона була. Боже, збережи Україну. Ми зараз кричимо до Тебе, Боже, Україну збережи, Боже. Шірама готолороло блесетороло башиталая, левра басутолороло брабатолороло брабачития, тиаларала блес Сутолороло бревинишия, тиала мрама сотолороло брабатоло, тиамахатолороло бревинишитолороло. Дух Святий, ми просимо благослови наших вояків, особливо на Харківщині. Боже, благослови, хай кордони, хай будуть відновлені наші кордони на Харківщині в ім'я Ісуса Христа. І нехай ворог, який прийшов одним шляхом, сімома шляхами побіжить звідси в ім'я Ісуса Христа. Повстань, Боже, і хай розпорожаться наші вороги, повстань, Боже, яви силу свою, славу свою, ти муж брані, муж війни, і ми просимо тебе, Боже, яви свою силу, яви свою славу в нашій країні, ми любимо тебе, благословляємо тебе, і ми кажемо, нехай прийде твоє царство, твоя сила і твоя слава. Амінь. Сідайте, будь ласка. На сьогодні урок українського закінчився. Знаєте, так от дивився на Україну, і здається, у мене українські гени прокинулися. Ніколи не прокидалися, а тут раз і прокинулися. Чого і вам усім бажаю. Итак, о чем бы хотел сегодня поговорить? Хотел поговорить об испытаниях. И давайте мы откроем Иакова, первую главу, посмотрим 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Итак, Господь обещает венец жизни всем. Все люди имеют право на вечную жизнь. Знаете, братья и сестры, если бы наша вера касалась только жизни на земле, то мы бы с вами были несчастными людьми. Потому что со смертью все бы закончилось. Но Иисус сказал, я есть жизнь. И кто у меня верует, будет иметь жизнь и жизнь с избытком. Мы верим, что даже после смерти мы будем жить. Мы будем жить в Царстве Небесном. Мы будем жить с Богом. Мы будем жить на небе. Поэтому все, что мы сделаем на этой земле сейчас, наверное, это такая подготовка к жизни вечной. И нам важно, как говорил апостол Павел, невзирая ни на что, веру сохранить.
Потому что те, кто веру сохранил, им готовится венец. Венец жизни. Жизни вечной. Братья и сестры, самое дорогое, что мы имеем, это то, что наши имена записаны в книге жизни. Но Библия также говорит, что этот венец жизни получат люди, которые прошли определенное испытание. Из этого я могу заключить, что каждый из нас должен пройти испытание. У каждого испытание свое. И нельзя всех гребсти под одну гребенку и говорить, вот у тебя должно быть, как и у меня. У каждого свое испытание. У каждого свои скорби. У каждого свои проблемы. Но суть одна. Написано, счастлив человек, который через испытание прошел. Знаете, сегодня испытание проходит вся наша страна. И мы проходим трудное время, сложное. Почему мы его проходим? Почему нам попало жить в это сложное время? Может быть, мы чем-то провинились перед Богом, провинились перед небом? Или, может быть, наоборот, Бог для Украины приготовил что-то особенное? Знаете, есть книга Иова, очень старая книга, наверное, одна из самых древних. И про Иова сказано, что он был человек, который прошел очень суровое, серьезное испытание. Я думаю, что из сидящих здесь, наверное, никто не прошел такого испытания, как прошел когда-то Иов. Нет, у нас могут быть трудные положения. Но то, что пережил в своей жизни Иов, наверное, никто из нас не пережил. В один день он потерял все свое имущество, будучи богатым человеком. В один день из богача он превратился в бомжа. В один день умерли, погибли 10 его детей. Братья и сестры, это страшно. Потерять в один день 10 детей. В один день он заболел неизлечимой болезнью, проказой. В один день его жена, она смотрела на него и сказала: похули Бога и умри. Он жил во время страшных испытаний. Что же послужило причиной таких страшных испытаний в его жизни? А послужило причиной то, что он просто сильно понравился Богу. Когда ты сильно нравишься Богу, это опасно. Ты подобаешься мне. И с этого все начинается. Иов, ты подобаешься мне. Господи, лучше бы я тебе не подобался. Живут же люди спокойно. Ты подобаешься мне. Ну, сподобался Иов Богу. И вот с чего все началось. Давайте мы прочитаем. Иов, 2 глава, 2 стих. Можно с 1. Был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана предстать перед Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? Вот мне всегда тоже ему хочется сказать: откуда ты пришел вообще? Откуда пришел, туда и вали. В Антарктиду куда-нибудь. Или, я не знаю, там,
в Сибирь куда-то, на Дальний Восток. Откуда ты пришел вообще? Где вы, черти, взялись? Жили мы спокойно в Харькове, в Киеве, в Донецке, в Крыму. Везде спокойно жили. Откуда вы, черти, взялись? Где вы взялись с вашими З и В? Ну, вот он пришел. И Бог ему говорит: ты откуда вообще пришел? Где взялся вообще? Черт! И он говорит: ходил я по земле и обошел ее. Ну, и что? Смотрел на землю, смотрел. И сказал Господь: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Знаете, кто такой сатана? Сатана – клеветник братьев наших. Если, допустим, ну вот мы начинаем о ком-то говорить хорошо. Вот про Диму, допустим. Мы говорим: хорошо, хороший человек, богобоязненный, справедливый, удаляющийся от зла, непорочный. Еще и твердый в своей вере, да? Сразу же сатана на него обращает внимание. И начинает, он же клеветник, что он начинает делать? Он начинает искать что-то, чтобы непорочного опорочить. Чтобы что-то сказать о нем, что плохое. Это роль дьявола. Знаете, когда мы о ком-то говорим плохое, мы работаем на сатану. Почему Библия говорит: не судите никак? Почему? Да потому что вы ничего не знаете. Вы ничего не понимаете. Не судите никак. А это самая большая проблема в церкви. В церкви это самая большая проблема. Люди судят друг друга, за что попало, Господи. То судили за одежду. Не так одеваются, не так выглядят. То за сережки, то за крашеные губы, потом за надутые губы. Вот. То судили за еду, да, там, то можно есть, то нельзя есть. Вот. То потом судили за прививки. Прививки можно. Либо прививки. Те, что, которые кололись, говорили, что нельзя, не, можно. Те, которые не кололись, говорили, нельзя. Короче, вот так вот все было, да? Судили, 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 судили. Дьявол – клеветник братьев наших. И как только Бог кого-то заметил, садись, Дима, спасибо, как только Бог кого-то заметил, как только Бог на кого-то обратил внимание, и Бог говорит: хороший человек. Бог говорит: хороший человек, да. Там: Петр, ты камень. Лучше бы он этого не говорил. Понимаете? Как только Бог кого-то заметил, как только Бог кого-то похвалил, как только какой-то человек понравился Богу, сразу пришел сатана. Вот что такое испытание. Знаете, наша война сегодня, это не потому, что мы что-то не то сделали. Это потому, что Украина сильно нравится Богу. Знаете, я сейчас проповедовал в еврейской общине. И перед проповедью мы разговаривали с раввином. Я говорю: ехал Украина, и там, говорю, видел могила какого-то там цадика. Знаете, у них эти цадики, это как учитель, типа, да? Что-то такое там, да? Как наставник такой, цадик называется, цадик.
Говорю, какого-то цадика, какого там Рахмана, Махмана, Шахмана, короче, какая разница. И я говорю, видел там, он говорит, представь, по количеству еврейских святынь Украина практически приравнивается к Израилю. Да. И когда кто-то говорит, вот это все проблемы в Украине из-за антисемитизма. Ребята, вы про что вообще? У нас в Украине столько евреев, что мне иногда кажется, что я сам еврей. Понимаете? Вот. Такое ощущение, что они везде, куда ни кинь, везде ты в евреи попадаешь. Какой антисемитизм? Это страна, которая любит евреев больше всего на свете. 72% за еврея проголосовало. Ну как можно эту страну обвинять в антисемитизме? Объясните мне. Страна, которая 72% подняли руку за еврея, который никогда не был в политике, который просто еврей. Как ее можно обвинить? Говорят, у вас тут бендеровцы и нацисты. Слушайте, я вам честно скажу, вот я ровно отношусь к Бендере, да, я пытался прочитать про него историю там какую-то, пытался изучить его, когда-то проезжал с Твери, купил все книги про Бендеру, вот, и читал там о его жизни, да, он боролся и с коммунистами, и с фашистами одинаково, поэтому, ну, назвать его каким-то, знаете, там, фашистом или нельзя, потому что он с фашистами боролся точно так же само, как и боролся с коммунистами. И с другой стороны, я даже поехал в музей Бендеры на Западной Украине. Вот специально поехал. Думаю, схожу, понюхаю, чем пахнет. Я же человек духовный. Я приехал в музей, такая хатка маленькая. Я подошел, она закрыта. Я, значит, начал звонить, говорю, откройте музей, посмотреть хочу, как Бендера жил. В общем, полдня я провел в поисках ключа. В конце концов, этот директор куда-то уехал в другой город. Ключа так никто и не нашел. Так я на этот музей и не посмотрел. Какие бендеровцы, какой Бендера, какие националисты. У нас самые хорошие люди на земле. Знаете, хочется спросить, отчего, Господи, это все постигло нас? От того, что мы Богу нравимся. Но нравится Богу Украина. Поэтому среди славянских народов Киев первый принял христианство еще до того, как появилась православная церковь. Поэтому нельзя назвать нашу страну, украинцев, их нельзя назвать православной нацией. Мы не православная нация, мы христианская нация. А это намного больше, чем деноминация какая-то. Аминь. Украина – это место, где все религиозные течения живут в мире. Знаете, я помню этот день, когда в России запретили еговистов. Я помню этот день. И когда запретили еговистов, некоторые пасторы российские, они написали в Фейсбуке, правильно, это лжеучение, так и надо. Я не вникал в учение еговистов. А если бы даже и вникал, братья и сестры, то как религовед я бы на него смотрел больше с позиции изучения, чем с позиции осуждения. А изучая еговистов, что я могу сказать плохое? Да ничего. Собирались на стадионе в Харькове. Ну, меньше, чем мы, конечно. Но с другой стороны, их много. Проповедуют Иисуса. Проповедуют любовь. Вполне возможно, там есть какие-то неправильные вещи, в которые я не хочу углубляться.
Но знаете, в чем сила нашей страны? В том, что у нас есть свобода выбора. И человек может выбрать, как ему жить. И знаете, Богу нравится, когда люди имеют свободу выбора. Амен! Богу это нравится. Он поставил дерево познания добра и зла и сказал, можете выбрать. Я запрещаю, но вы можете выбрать. Бог, Он любит, когда у людей есть выбор. В нашей стране был выбор. Поэтому, когда закрыли яховистов, кто-то писал, так им и надо, так им и надо. Потом в Сибири нашли этого несчастного Виссариона. Его закрыли. И ты говоришь, так и надо. Я говорю, ребята, подождите. Скоро до вас доберутся. Да. Поймите правильно, братья и сестры. Богу нравится Украина. У Бога великая судьба для нашей страны. У Бога великое предназначение для нашей страны. Знаете, какова цель? Искушение и испытание. Почему дьявол атаковал Иова? Он это объяснил. Он говорит, знаешь, зря ли этот человек Иов тебя любит, тебе поклоняется и тебе служит. Да это только потому, что ты его благословил, ты его со всех сторон окружил всем хорошим, ты ему дал все для жизни – и для счастья. Вот почему он тебе служит. Но если ты у него все заберешь и коснешься его здоровья, то он свои убеждения изменит. Цель испытания, цель искушения, цель демонической атаки, чтобы человек изменил свои убеждения. Сейчас война. Сейчас война. И у людей очень сильное искушение изменить свои убеждения. Очень сильное. Потому что нас обижают, наших людей убивают. И под этим давлением так и хочется поменять свои убеждения. Но я вам скажу, мы должны, невзирая ни на какие испытания, остаться с теми же откровениями, с которыми мы пришли в эту церковь. Что я буду делать во время войны? Я буду делать точно то же самое, что я делал перед войной. И моя основная цель, она не изменится. Я строил церковь, строю церковь и буду строить церковь. Я проповедовал Евангелие, проповедую Евангелие и буду проповедовать. Если искушения меняют наши взгляды, то, скорее всего, что мы не устояли в искушениях. Искушения не должны менять наши взгляды. Поэтому война, да, война, мы продолжаем служить Богу. Мы продолжаем служить людям. Мы продолжаем открывать церкви. Мы продолжаем поднимать служителей. Мы продолжаем делать то, что мы делали. Это важно в искушениях устоять. И дьявол сказал Богу, сказал, убери от него защиту, убери. А мы посмотрим, будет ли он еще тебя славить. Будут ли они в церкви собираться. Будут ли они песни петь. Будут ли они проповедовать. Будут ли они открывать служения новые или нет. Убери руку. И вот рука Божья убрана. Каждый день Харьков слышит эти выстрелы, эти взрывы. Каждый день эти дома разбитые. Но, слава Богу, есть люди, которые в искушениях продолжают жить так, как и жили. И служить Богу. Слушайте, если во время искушений мы меняем свои убеждения, значит, у нас были убеждения неправильные. Во время искушений убеждения должны остаться теми же самыми. Павел
Павел проповедовал Иисуса в Риме, проповедовал в Израиле, проповедовал в тюрьме, проповедовал, стоя перед царями, проповедовал, стоя перед римским кесарем. Он проповедовал, проповедовал и проповедовал, невзирая на обстоятельства. Братья и сестры, пусть испытания еще больше укоренят нас в наших откровениях. Мы строим церковь. Иисус пришел и сказал: «Я пришел создать церковь, и я пришел сделать так, чтобы врата ада ее не одолели». Наша задача – строить церковь и сделать, чтобы дьявол ее не одолел во время искушений. Чтобы сохранились принципы, идеи, правила Церкви Божьей, невзирая ни на что. И знаете, когда Иов был в таком положении, 10 могил детей. Господи, это даже страшно представить. Нищий, весь в проказе, в струпьях. Жена стоит рядом и говорит: «Ты что, до сих пор за эти откровения держишься? Ты до сих пор держишься за свои убеждения? Ты посмотри, к чему твои убеждения привели. Твои убеждения несостоятельны. Твои взгляды пустые. Ничего не работает, смотри. Ты все потерял. Поэтому измени своим убеждением, похули Бога и умри». Вот что хочет дьявол. Вот что хочет клеветник братьев наших. Да, Бог хочет, чтобы Петр остался апостолом. Да, а дьявол хочет, чтобы Петр остался предателем. Вот что хочет дьявол. А Бог хочет, чтобы он остался апостолом. Все проблемы Петра, они были только из-за того: «Ты подобаешься мне», сказал Господь. Чем я тебе подобаюсь, Господи? Ну тем, что ты через борт лодки переступил и по воде пошел. Подобаешься. Тем, что ты служил Богу, не обращая внимания на тещу, которая в горячке. Подобаешься. И знаете, искушение, испытание. Даже если ты провалишь какой-то урок, дорогие братья и сестры, Бог любящий, Он тебе даст время исправиться. Даже если ты провалишь какое-то испытание, и у тебя не получится, у Бога есть второй шанс для тебя. И Петру был дан второй шанс. Знаете, Иов, он переживал тяжелейшее время в своей жизни. Никто из нас такого времени не переживал. Возможно, кто-то переживал похожие вещи. Возможно, кто-то сейчас переживает. Я больше скажу, сегодня вся страна переживает. Все люди переживают. Тяжелое время. И пришли друзья. Знаете, друзья. Ладно, когда жена не понимает мужа, ну, с этим еще можно смириться. Почему? Потому что мужья тоже часто не понимают женщин. Поэтому, когда женщина не понимает мужчину, ну, ладно. Но когда тебя перестают понимать друзья, это, наверное, самое болезненное. И вот они пришли типа утешать. Типа утешать. И они сели рядом. И не хотели утешить своего друга, который оказался в такой тяжелой ситуации. Но знаете, что произошло? Потихоньку, постепенно утешение перешли в осуждение. И они начали ему говорить: «Да не, ну ты же понимаешь, вот так просто такие вещи не случаются. Ты, наверное, там где-то нагрешил втихаря. Вот.
Ну, просто никому не афишировал, никто не знал. Это ты просто там скрыто где-то грешил, там, знаешь, порнуху по ночам смотрел. А теперь вот страдаешь. И тот им говорит, ребята, говорит, я с глазами завет заключил. Я когда юбку вижу вот так вот, я сразу отворачиваю глаза. На вот такую еще смотрю, на вот такую все, сразу раз отворачиваю, я завет с глазами заключил. У меня договор с Богом. Я когда старика видел, я всегда вставал, вот так вставал всегда, кланялся. Я никогда не относился плохо к людям, и он перед ними оправдывается. А они его клепают, 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 40 глав вот так клепают, утешать пришли. 300 лет такие утешители. Он сказал им, говорит, вы жалкие утешители. Знаете, это церковная природа. Вместо того, чтобы утешать, искать причину. Знаете, как апостолы, да, подошли, слепой сидят сразу, раз так. Так, значит, слепой. Угу. Ну что, Господь, кто это? Это родители согрешили или он согрешил? Вообще, кто там согрешил? Вообще, Иисус смотрит и говорит, ребята, здесь не надо искать виновата. Здесь не надо ничего искать. Здесь просто на этом человеке Бог покажет свою славу. На всех, кто страдает. Бог покажет свою славу. И не надо искать причину. Надо просто довериться Богу. Братья и сестры, давайте доверимся Богу. Мы увидим великую славу. Мы еще откроем сотни церквей. Мы построим сотни храмов. Мы поднимем еще тысячи лидеров. Мы увидим пробуждение Божье. И то, что было раньше, будет вдвойне во имя Иисуса Христа. Нам не надо искать причины. Нам надо просто пройти. Давайте просто пройдем достойно. И они обвиняли его. И он оправдывался. Мало того, что он был больной, мало того, что у него душа была вся потрясена, потому что погибли дети, мало того, что он был бомж, нищий, ему еще приходилось перед друзьями оправдываться. Да я не то. А там звучали эти обвинения. И знаешь, Бог, у него есть правильный характер, знаете, правильный. Он говорит, когда я вам Духа Святого пошлю, так вы должны знать, кто он. Вы должны знать, кто он. Его главное имя, он Дух Святой, Утешитель. Это его главное имя. Он будет утешать. Он будет утешать народ. А ты скажешь, а я не буду, я буду осуждать. Дух же Святой обличает. Да, Дух Святой обличает. Дух Святой обличит мир о грехе. О грехе, что не веруют в меня. Об этом обличит. Да. А народ Дух Святой утешит. Я молюсь за Духа Святого Утешителя. И пусть при Его утешении, утешении от Духа Святого, мы все пройдем. Я говорю, пусть Дух Святой утешит каждое сердце во имя Иисуса Христа. И при Его утешении мы все пройдем. Библия говорит, если Бог начнет нас обвинять, кто вообще останется живой? Кто? Да никто не останется живой. Но если Бог начнет нас утешать, то мы будем живы. И мы все пройдем. И знаете, когда Бог заговорил с Иовом, все его страдания закончились. Страдания заканчиваются через Слово Божье.
ищите Слово от Бога. Божьи слова – это слова утешения. Божьи слова – это слова веры. Праведник будет жить чем? Верой. Божьи слова – слова утешения, слова веры. Библия говорит, утешайте, утешайте, утешайте народ мой. Это кто говорит? Это Бог говорит. Бог говорит людям, говорит, мой народ, видите мой народ? Утешайте его, утешайте его. Утешайте народ. Почему? Когда Дух Святой утешает народ Божий, тогда народ может пройти любые испытания, любые скорби. При утешении от Духа Святого, братья и сестры, мы все пройдем. Я говорю, мы все пройдем. Жизнь победит смерть во имя Иисуса Христа. Украина переможе, Бог знамы. Утешайте, народ мой. И знаете, Бог сказал Иову, говорит, гнев мой горит на этих всех друзей твоих. Гнев мой горит на них. Но ты давай помолись за них. Помолись за них, чтобы я их не, это, этих, судей этих не убил. Помолись за них. Я так чувствую, что нам придется за многих молиться. Да, чтобы они живые остались. За многих молиться. За тех, кто нас антисемитами обзывал, придется молиться. За тех, кто нас нацистами обзывал, придется молиться. Чтобы они живые остались. Да. И знаете, парадоксальные вещи. Когда Иов помолился, помолился за всех своих друзей, написано, Бог сразу же исцелил Иова. Дальше написано, что когда он помолился за всех, кто его осуждал, за всех, кто его осуждал, помолился за тех, кто его осуждал, Бог все ему вернул. И вернул в несколько раз больше. Братья и сестры, давайте все пройдем. Все вернется. Вернутся счастливые семьи. Вернутся служения. Вернутся церкви. Вернутся здания. Вернется помазание. Вернется все. Я говорю, все вернется во имя Иисуса Христа. Испытание нужно пройти. Давайте пройдем его. Знаете, никто не хочет испытаний. Это нормально. Это нормально. Если бы тебе сейчас сказали, ты заболеешь раком, ты бы сказал, можно, не надо. Если бы тебе сказали, тебе руку отрежут, ты сказал, можно не отрезать, пожалуйста, пусть лучше рука будет. Да? Никто не хочет испытаний, никто не хочет скорбей. Это нормально. Наш Господь Иисус Христос. Он стоял на молитве и говорил, Господи, а можно, пусть это чаша скорбей, она мимо пройдет. Мимо пройдет. Можно мимо, пусть это все пройдет. Господи, а можно, можно, чтобы мне не пить эту чашу? Можно? Я бы не хотел, чтобы это в моей жизни было. Братья и сестры, я знаю, что любой нормальный человек, он не хочет страданий. Он не хочет скорбей. Он не хочет испытаний. Но вспомните слова того же Иова. Он сказал, неужели нам только доброе принимать от Бога? Давайте примем от Бога весь свой путь. Весь свой путь примем как от Бога. И весь этот путь мы просто пройдем. Просто пройдем. Весь путь пройдем. Мы пройдем весь путь во имя Иисуса. И знаете, Иисус упал на вержение камня в Гефсиманском саду. Я был в Израиле, был в этом Гефсиманском саду. И очень надеюсь, что мы еще попадем в Израиль. Поэтому всех вас приглашаю в тур в Израиль.
когда закончится война. Аминь. И я помню этот Гефсиманский сад, там эти старые-старые деревья, такие покрученные все, этот камень, на котором написано, Иисус молился, Он упал на вержение этого камня, Он молился, молился, молился. Ему было тяжело в испытаниях. Он тоже имел трех друзей. Петр, Иаков, Иоанн, он их взял с собой на молитву, чтобы они его поддержали. Он надеялся, что вместе они будут хорошо молиться, но когда он молился, он вдруг услышал... Это храпел Петр. А рядом еще храпел Иаков и тихонько сопел Иоанн. Иисус увидел, поддержки нема. И такие друзья какие-то сонные оказались, не поддержали. Написано, ангел пришел, укреплял его. И он молился, он говорил, Господи, если можно, пусть это пройдет мимо, пусть пройдет мимо, если возможно это все. Но когда молитва закончилась, и пришли воины арестовать его, Петр проснулся, достал меч, отрезал там какому-то слуге ухо, я не знаю зачем. Но же если резать, то резать. Причем тут ухо? Если уже резать, то резать, ну правильно? Сюда ухо отрезал, как-то странное вообще. Но это... Чисто, знаете, апостолы так дерутся. Чисто апостольская драка, знаете, там, по ушам они работают в основном, да. И Иисус исцелил это ухо парню, вот, и говорит Петру, говорит, вложи нож свой, вложи, не надо. Сейчас это не надо. Почему? Неужели... мне не пить ту чашу, которую предоставил мне Господь. После молитвы Иисус решил все пройти. Вот и мы сегодня помолимся так, чтобы каждый из нас решил, все пройдем. Я говорю, все пройдем. Все пройдем, преодолеем. И устоим. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Мы благословляем Твое великое и святое имя. Ширабахая логро сотолоро. Лебра биде ситолоро лоро лобле шидира лара лабай. Лебра биде рара биде шигара лабле сити ала браба да санто лоро. Лебра биде рекамба тала фрага тая браба тала врава шия. Лебра биде реглори глэре биде шигара лабле сити. С тобой поем.
прийми свою праву руку к Богу. Дух Святой, я принимаю сейчас помазание для полного исцеления от всякой немощи, от всякой болезни. И я верую, что с этой минуты сила твоего исцеления, твоего божественного исцеления начинает действовать по всему этому залу. Сила исцеления, 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 Дух Святой, сила исцеления, Боже, исцели, исцели, исцели. Сейчас пусть придет мир и покой в каждое сердце. Мир Божий, покой Божий в каждое сердце. Я принимаю это сейчас. Сила божественного исцеления в почки, в сердце, женские болезни. Я молюсь о восстановлении суставов. Молюсь о полном восстановлении мышц, связок. Сила исцеления. Восстанови зрение, слух. Я говорю, всякий дух немощи, вон, во имя Иисуса. Несколько минут просто говори: Господь, спасибо, спасибо, что ранами Твоими я исцелен, ранами Твоими я исцелен, ранами Твоими я исцелен. Аллилуйя. Святой, мы принимаем Твое помазание для исцеления. Давайте склоним свои головы. Если ты никогда не принимал Иисуса или принимал, но по какой-то причине упал, согрешил, отступил, я приглашаю тебя отдать свое сердце Господу. Если ты был с Богом, отступил, возвратиться к Господу. Если ты такой человек, и ты хочешь отдать свое сердце Богу, покаяться в своих грехах или вернуться к Богу, пожалуйста, вместе со мной подними правую руку высоко, подними правую руку высоко. Все, кто поднял правую руку, оставьте свое место, идите вперед. Я хочу молиться с вами, я хочу молиться за вас. Давайте прославим Господа. Шановні брати та сестри, цього дня, як і кожного, ми будемо призивати ім'я нашого Господа на рідній українській мові. Давайте заплющимо очі і вголос разом зі мною скажемо: Ісус Христос, я приходжу до Тебе і прошу Тебе, пробач всі мої провини. Я прошу Тебе, кожен мій гріх забери від мене. Я віддаю Тобі всі свої гріхи. Я відкриваю своє серце і запрошую Тебе, Ісус, стань моїм Господом, стань моїм Спасителем. Я приймаю Тебе і я вірую, що з цього дня Ісус мій Господь, мій Спаситель і мій Бог. Я дякую Тобі, що Ти прийняв мене, спас мене, виправдав мене,
Дякую тобі, Боже. Амінь. Церква, давайте піднімемо свої руки, будемо молитись за кожну людину. Дух Святий, ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови. Благослови кожного, благослови. Яви свою силу, свою славу. Будь ласка, пастори, лідери, ми молимося, щоб ти благословив, благословив, благословив. В ім'я Ісуса Христа, яви свою милість, яви свою любов. Якщо за вас помолились, ви можете зайняти своє місце. Шіра магато лоро блесіті, ала брабашіті, лера бідеререра сото лоро блешкіті, декра басіті, лебра біде шігара ла блесіті, лебра біде сіто лоро Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! И перед тем, как мы помолимся за нужды, за проблемы, давайте соберем пожертвования наши, соберем наши десятины, насколько это возможно сегодня, в это время. Мы помогаем очень многим людям, помогаем финансово, помогаем продуктами, помогаем нашей армии, помогаем переселенцам. И, в принципе, пожертвования всегда у нас в церкви были добровольными. Это здание, которое вы видите сейчас, в котором мы находимся, оно построено не на американские, не на европейские, не на какие-то другие деньги. Оно построено на деньги членов этой церкви, Харьковской церкви. Давайте прославим Бога за это. Мы всегда жертвовали, и всегда Бог из-за этого нас благословлял. Поэтому сейчас мы сделаем пожертвование, совершим пожертвование, и потом мы закончим это служение. Я молюсь сейчас за эти нужды, за эти проблемы. Джераба ситолору лору блешки ала брабиде ситолору. Ребиде шигара ла блесити ала брабиде шигара масанту лору. Лебраба шигара ла блесити. Я молюсь, чтобы были исцелены болезни, разрушены проклятия. Пусть уйдет рак, гепатит, ВИЧ. Пусть уйдут все немощи, все болезни. Сила Святого Духа пусть придет. Исцеление, восстановление, благословение. Мы принимаем это во имя Иисуса Христа. Аминь!